Команда из Латвии после трех поражений подряд сумела выиграть две последние игры. В воротах «Спартака» не играл Гашек. У него травма, приводящая мышцы бедра, поэтому впервые в этом сезоне он не вышел на лед. Скорее всего, Гашек не сыграет и в следующем матче. Кроме того, в «Спартаке» сменился и капитан. Вместо словака Бранка Радивоевича им назначен Александр Бутурли. Главный тренер красно-белых Милош Жига объяснил тем, что решил встряхнуть команду. Забрасывали шайбы. Как вы видите, первая шайба оказалась в воротах Рижан. Бутурлина отметил свое назначение капитаном. Александр Неживий через минуту шайбу отыграл, счет сравнял 1-1. Кстати, в воротах «Спартака» не представил Якин, в воротах «Рижского Динамо» Крис Холл. Неживий, потом Юйков на 16-й минуте, делая счет 2-1, реализует большинство. «Спартак» выходит вперед. Второй период был небогатым на заброшенные шайбы. Хотя были моменты, вот Неживий, например, вышел 1-1, выход практически в 2-0, но Князев отправляет шайбу под голкипером и мимо ворот. Хороший был момент. На добивание здесь могли сыграть рижане, но потом все-таки своего добились. На 36-й минуте Марк Хартиган с передачи Неживия сделал счет 2-2, снова сравнивая. Еще один хороший момент. Хорошо разыграли шайбу «Спартаковец». Спартаковцы Радивоевич делает передачу на Вишневского. И тот вроде бы все делает правильно, поднимает шайбу над вратарем, но попадает в перекладину. Таким образом, 2-2 после двух периодов. В третьем периоде «Спартак» также действует весьма активно. Неплохие удаются комбинации «Спартаку». И вот одна из них все-таки завершается взятием ворот. Вот здесь, посмотрите, Радивоевич, по-моему, даже сам не очень понял, как он отправил шайбу в ворота. Только когда уже увидел ее в сетке, поднял клюшку и начал праздновать взятие ворот. 48-я минута. Бранко Радивоевич с передачи Олега Пегановича делает счет 3-2. И это оказывается победной шайбой. Хотя, видите, были моменты «Спартака» еще увеличить счет.